Пересып могут перекрыть. На этот раз одесситы. Местные жители готовы блокировать дорогу из-за отсутствия знаков. А еще на асфальте стерлась прошлогодняя разметка, в том числе и зебра. Уже неоднократно возникали аварийные ситуации, но пока никто не реагировал. На этой неделе МЭП заканчивает инвентаризацию дорожных знаков, потому что действительно ряд дорожных знаков уже водителями, либо посторонними просто демонтированы, сбиты. По итогу вот, работа в течение недели, мы когда доустановим те знаки, которые у нас есть по схеме организации дорожного движения.